Там было показано, что
окружающей среде, что зеленый офис – это философия управления организацией, позволяющая уменьшить негативное влияние деятельности этой организации путем максимального сокращения ресурсов и энергии и оптимизации количества отходов в окружающую среду. И как это ни удивительно, первыми инициаторами, что ли, волонтерами этого движения зеленого офиса были во время Карибского кризиса еще хиппи. И вот оттуда пошла философия вот, вообще этого движения. Что касается Казахстана, вот здесь желтым представлены те существующие, уже признанные ЮНЕСКО биосферные заповедники, как я уже говорил, это Бакжаик, Кургальши, Катон-Карагай и Алакор. Надо сказать, что у нас очень большой потенциал, конечно, для развития этой программы, потому что на базе национальных природных заповедников мы можем придавать статус международный статус различных заповедников, так же, как и некоторым национальным паркам. Цель создания Greenfield Generation – это сайт Казму. Было создано для виртуально коммуникативной площадки для взаимодействия и обмена опытом технических проектов в области реализации экологических проектов для функционирования консорциума университетов. Вот такой формат встречи, когда собрались вместе представители международных организаций Объединенных Наций, ведущих международных программ, организаций, представители академического сообщества, производственники, МГУ, я не знаю, представители Акимата пришли или нет, но сам факт, что как раз эта возможность показывает, что решить эти проблемы можно только объединившись. Я призываю объединиться всем нам под эгидой международных организаций с учетом наших национальных потенциалов, потенциалов научных организаций, потенциалов международных организаций, потенциалов академических университетов, потенциалов научно-исследовательских организаций, НПО. И таким образом вместе действительно и формировать какие-то наши совместные программы, пытаться их реализовать и, конечно, активнее вовлекать молодежь. Потому что на самом деле будущее нашей страны – это молодежь. Чтобы все международные организации, ООН, ЮНЕСКО, Фонд спасения РАО, чтобы вы имели и сделали возможным пребывание наших студентов на учебной практике, на производственной практике, дали им тему бакалаврских выпускных работ, магистерских диссертаций. Это очень важно.